Сорт острого перца черная кобра. Посмотрите, какие красивые перчики. Этот перчик созревает от зеленого цвета, вот такого вот. Потом зеленый переходит в черный цвет. Из черного, вот, видите, раз, и переходит в ярко-красный цвет. У этого сорта опушенный ствол, покрытый мелким-мелким пушком. Вот здесь видно. Видите, крупный какой. Также опушенные листья. Сверху они не опушенные, ну, мелким-мелким пушком. А вот снизу, да, они все покрыты пухом. Ну, эта камера, конечно, не передаст полностью всей красоты этого сорта. Но очень-очень красивый. Такой красивый перчик. Этот сорт относится к виду Capsicum annuum. Он родом из Венесуэлы. Вот такой вот красавец. Срок созревания этого перчика от 100 до 120 дней. Высота куста может достигать от 50 до 70 сантиметров. Если его выращивать в теплице, высота куста может достигать до 1,5 метров. Это высокоурожайный сорт. Вкус у него насыщенно пряный. Вот посмотрите, какой красивый. Прямо такой кроваво-красный цвет у него. Острота у этого перчика от 20 до 40 тысяч сковелей. Довольно-таки остренький и очень красивый. Мне очень нравится его цвет. И вот эти опушенные листья. Смотрится вообще шикарно. Перец очень красивый из-за его цвета. Вот этот черный цвет его и называют черной коброй. Смотрите, как он интересно переходит с зеленого. Вот он зеленый. А с этой стороны он черный. И переходит с черного. Опять же, нижняя часть превращается в зеленый. И постепенно переходит в красный цвет. Этот сорт высокоурожайный, многолетний. Так что его можно выращивать как в открытом грунте, так у себя на подоконнике. Он плодоносит круглый год. Так что советую такой перчик посадить у себя дома. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши видео.